Интернет-террористов не останавливают даже погодные условия. Ветер, снег и ледяной дождь. Сегодня днем полиция получила уже традиционное сообщение о заминировании образовательных учреждений. Ничего необычного минер не придумал. Снова под его прицел попали детские сады, на этот раз в Киевском и Суворовском районах, а также школы-интернат имени профессора Столярского. Следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники ничего взрывоопасного, конечно же, не нашли. А вот дети из-за очередной шутки, пока специалисты работали, вынуждены были мерзнуть на улице. В такую погоду то еще удовольствие. За что наказывают детей, их родителей, все еще непонятно, как и то, когда же цикл лжеминирований закончится. Напомню, взрыватель только в январе трижды минировал одесские школы и детсады.